Обожаю работу Екатерины Никаноровой. На данной выставке представлена работа «Твердость духа». Мне очень нравится, что у Кати в ее работы они как будто светятся. В них столько жизни, то есть не зная даже автора, не зная Катю, можно представить, что за этими работами стоит очень жизнерадостный, очень мудрый, очень глубокий человек. Потому что если вы посмотрите на работу, вы увидите и глубину, и солнце, и краски, и вот этот оптимизм, и вот эту вот любовь к жизни. И самое потрясающее, что когда вы знакомитесь с автором, с Екатериной, вы понимаете, что Катя именно такая, точно такая же, как и ее работы. Она очень яркая, она очень глубокая, она обожает жизнь, она обожает то, что она делает. Еще что мне очень нравится, это то, что Катя, она не профессиональный художник. И к этому она пришла уже, ну так скажем, в зрелом возрасте. И у нее, на мой взгляд, несмотря на то, что она не профессиональный художник, получается очень здорово.